Российская команда выиграла чемпионат мира по хип-хопу и завоевала еще 10 медалей. За 4 года своего существования университетская команда прошла путь от победителей городского конкурса до чемпионата сначала Европы, а затем и мира. Очень долго считалось, что хип-хоп... Нет, русские не умеют танцевать хип-хоп. Но мне кажется, если русские за что-то берутся, они обязательно добьются успеха. Спортсмены и танцоры – все студенты социально-педагогического университета. Параллельно они ведут в школах уроки хип-хопа.